Всем доброго времени суток, это Invest Warrior, и сегодня я хотел бы представить вам проект Superset.ai. Superset – это проект на блокчейне, который позволит обычные английские слова превращать в смарт-контракты. То есть вы сможете с помощью обычных слов подключаться к Dropbox, пользоваться Google Docs, посылать и принимать крипту с помощью Superset. То есть нажимаете Use Superset, кнопочку. И вот пример, вы сможете с помощью простой фразы отсылать эфир кому-то на кошелек. То есть здесь вот нажимаете, заходите уже в готовый смарт-контракт, нажимаете «Использовать контракт» и, собственно, посылаете кому надо деньги. То есть сейчас многие не понимают, что такое смарт-контракты, с чем их едят. И этот проект позволит обычными словами пользоваться смарт-контрактами. То есть вы просто пишете «послать деньги Васе», деньги посылаются, «послать биткоин Пете», биткоин посылается. То есть открыть Dropbox, открыть Google Docs, то есть с помощью смарт-контракта вы сможете использоваться именно обычными английскими словами с помощью суперсета. Вот, и этот проект сейчас проводит ICO, где принимает только эфир. С этапа с 1 мая по 31 мая один супертокен стоит 0,60 $4. Дальше скидка будет 15%. Токен уже будет стоить $0.68. Это с 1 по 8 июня. После этого $0.72. То есть 10% скидка с 2 по 9 июня. Ну и последний этап с 10 по 17 июня. Здесь один супертокен будет стоить $0.76. То есть чем раньше вы приобретете, тем больше вы получите скидки. И супертокен планируется выход на мажорную биржу до 30 сентября. Также в Америке только аккредитованные инвесторы смогут принимать участие в ICO. Ну и, понятное дело, Китай не может принимать участие, за исключением Гонконга, Макао и Тайваня. Также не могут принимать участие Куба, Иран, Северная Корея и Сирия, а также Крым. Ну, в общем, в принципе, ICO, где запрещено, те не смогут принимать здесь участие, а все остальные могут. Вот такие дела, ну и осталось до окончания ICO, пишется 123 дня. А почему 123? Потому что вот после вот этого этапа, в принципе, бонуса не будет. Поэтому дальше уже токены вы сможете еще покупать, но они будут дорогие. Вот, ну и здесь написано, что вы сможете использовать для чего эти смарт-контракты. Также вы сможете делиться со смарт-контрактами, чтобы другие использовали их. И все будет прозрачно. В принципе, это хорошая вещь, потому что смарт-контракты смогут войти в обычную жизнь людей. И с помощью них, в принципе, не будет перехвата информации, не будет какого-то хакерства в плане ворования. То есть, если вы смарт-контрактом отослали кому-то деньги, они ему дойдут. Если вы отослали какой-то файл смарт-контрактом, он ему дойдет. То есть, невозможно перехватить его по дороге. Это очень похоже на сервисы IFTTT или Zapier. То есть, кто пользуется, те понимают, что если вы, например, какую-то логическую цепочку там вставляете, она происходит. Здесь будет то же самое, но с помощью блокчейна. Вот. Ну и эти токены будут использоваться, чтобы все это работало. Вот, рассмотрим roadmap. В мае 2018 была версия 1 запущена, токен пресейл вот в июне. В июле сам ICO старт, дальше в сентябре подключат third-party services, то есть сервисы с других проектов, типа Dropbox, Google Docs и так далее. Здесь важный момент, что также в сентябре планируется биржа. То есть если вы сейчас приобретете летом, то уже к осени на биржу до 30 числа планируется выход. Это очень важный момент для инвесторов, потому что не надо очень долго ждать, там типа полгода, чтобы получить представление, сколько у вас токенов и сколько они стоят. Вот, дальше планируется система суда, court, децентрализованная система конституции, и суперсет будет на различных блокчейнах. В общем, такие вот планы. Здесь есть демо-видео, можно нажать play и просмотреть, как это будет работать. Но мы уже заходили, смотрели даже просто, в принципе. Здесь есть 3 видео. Вот. И перейдем к команде. Дэн Кларк, Элли Санду. Имена вот написаны справа, это необычно. Можете, в принципе, зайти вот на Дэна Кларка и посмотреть, чем он владеет. То есть, как видно, владеет блокчейном, C++, в общем, программист. И
инженер, который работает более 18 лет на Fortune 500 Company и так далее. То есть у каждого можно так вот нажать и посмотреть их историю. Дальше тут вопросы-ответы. После этого, если у вас есть вопрос, форма. Но если у вас есть вопросы, вы хотите быстро получить ответ, то форма это, конечно, хорошо, но есть еще Telegram. Также вот здесь есть кнопочка снизу справа, где есть лайв-чат. Вы можете здесь нажать New Conversation, и 7 минут назад был кто-то в лайв-чате. Есть Telegram. То есть, если хотите быстро получить ответ, поддержку, у вас есть какие-то вопросы, пишите в Telegram, пишите в лайв-чат, и, соответственно, вам там ответят. Ну и теперь вернемся к моментам с бонусами. Бонусы вот будут еще до 17 июня, поэтому есть время, чтобы получить токены с бонусом. После этого бонусов уже не будет и токены будут дороже. Поэтому для всех тех, кому проект понравился, ссылочки будут под видео. На этом обзор Суперсет я заканчиваю. С вами был Invest Warrior. Инвестируйте и зарабатывайте.